Прежде всего, Вениамин Кондратьев подвел экономические итоги минувшего года. Непростая ситуация сложилась с доходами в казну. Бюджет на 100% не смогли исполнить даже лидеры экономики Краснодар и Армавир. А половина района вообще почти на 40% зависит от краевых средств. По мнению главы региона, для решения этой проблемы нужны новые подходы и точки роста. Задействовать необходимо все ресурсы в муниципалитетах. Мы должны на самом деле выйти из своих кабинетов. Выйти из кабинетов и максимально быть там, где есть интерес у инвестора к нашему региону. А дальше распределять этот интерес уже по муниципалитетам. Помогать коллегам, которые в муниципалитетах, максимально затаскивать к себе тех инвесторов, те точки роста, которые даст им новые добавки в бюджет. Главы муниципальных образований, коллеги, вы. То есть вам нужно тоже выходить из кабинетов, но выходить в народ, к людям. Знаете, я уже не раз говорил, когда вы будете среди людей, они будут ощущать, что власть рядом, она живет нуждами каждого жителя. Вы должны на самом деле ощущать полную ответственность перед населением. Потому что они, избирая, возлагали эти надежды, что жизнь у них будет, по крайней мере, не хуже, чем была до того, как нас избрали. А то и лучше. Поэтому мы однозначно должны вот эти надежды оправдывать. Одна из главных задач, которую поставил губернатор – сохранить экономическую стабильность в муниципалитетах, заручившись поддержкой краевой власти. В свою очередь, главы районов и городов уже определились, на что сделают ставки в решении этого вопроса. Город Сочи – это туристический город. И впервые за всю историю города мы сегодня работаем круглый год. А это дает возможность работать круглый год отрасли туризма и вспомогательным отраслям, то есть торговли, питания, транспорта. И сегодня мы ставим перед собой задачу – это оказать полное содействие нашим предпринимателям, чтобы они воспользовались новыми возможностями, которые появились у курорта Сочи, вот, и нашли для себя нишу. Сегодня мы основной упор делаем на поддержание нашего промышленного сектора, экономики города. И на сегодняшний день видим те программы, которые сегодня работают на федеральном, краевом уровне, меры поддержки промышленного сектора. Мы надеемся на эту программу, будем заявляться с нашими промышленниками для участия в этой программе, для того, чтобы помочь экономике, ну и, соответственно, рассчитываем на доходную часть бюджета от промышленного сектора. Особую принципиальную роль играет инвестиционная политика в районе. И мы надеемся, что те инвестиционные проекты, которые мы подписали соглашение на Сочинском экономическом форуме, они в ближайшее время отдадут отдачу именно нашему населению. В целом, по итогам совещания Вениамин Кондратьев дал положительную оценку работе органов местного самоуправления. Встречи в подобном формате станут регулярными, чтобы в ручном режиме отслеживать ситуацию в каждом районе. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.